Жизнь этого кота словно сказка. Каждый день он купается в объятиях своей хозяйки. Нонна Морозкина 3 года назад осуществила свою мечту и завела мейн-куна. Теперь вся квартира в распоряжении черного, как уголь, пушистого питомца по кличке Люцифер. Очень люблю роман «Мастер и Маргарита» и хотела изначально назвать бегемотом, но из-за того, что когда я его первый раз увидела, я увидела вот эти вот волоски растрепанные, он был худенький такой прям, и когда он залез, полез мне на левое плечо, я думаю, ну все, чертенок. А у этих хвостатых совсем другой сценарий жизни. В приюте «Умка» около 100 кошек. Все они оказались здесь в разное время и по разным причинам. Волонтер приюта Нина Иванова занимается спасением бездомных животных почти 13 лет. Очень много кошек появились от хозяев, которые либо отказались от них. Ну, к сожалению, бывают такие случаи, когда хозяева умирают и... Ну, кошек некуда девать, они попадают к нам. Кто-то с улицы. Конечно, большинство животных попадает не в очень хороших, не в очень хорошем состоянии. Обезвоженные, с различными заболеваниями, худые и травмированные. И даже в этом случае, можно сказать, повезло. Животные попадают в заботливые руки волонтеров. В приюте их лечат, откармливают и социализируют. Игривый и ласковый кот Степан умирал дважды. Сначала под колесами машины, затем от инфекционного заболевания. Больного котенка привезли из Крыма. На 4 лапы удалось поставить не сразу. Лечили долго. Однако теперь крымчанин Степан готов сменить временную прописку на постоянную. Вот сейчас он бегает по дому, молодой котик, ему там год с небольшим. В принципе, он вполне может найти себе дом, ну, если такие желающие появятся. Вот. Он здоров. Ежегодно в первый день весны отмечают Всемирный день кошек. Однако, по мнению ветеринаров, приход весны для мурчащих созданий не всегда праздник. Весной кошки страдают различными заболеваниями, связанными с пониженным иммунитетом. Сейчас очень по сезонным, очень характерные такие заболевания, как именно герпес, ринтрахеит, кальцивероз. Микоплазма – это очень частое заболевание, это весеннее и осеннее, когда идет понижение температуры, если животное, допустим, выходит на улицу. Если животное находится в квартире, это перепад температуры в квартире. Проверять здоровье любимых питомцев следует регулярно, таков вердикт ветеринаров. Кошкин день – еще один повод об этом напомнить, тем более, что ветклиники «Одинцовские» приготовили специальные акции по стерилизации и вакцинации усатых. Василиса Ивашкина, Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».